Хей, йоу, друзья, всем привет, с вами снова я, профессионал енот, и мой друг Тюбик, поздоровайся! Всем привет, друзья! Сегодня мы вместе с Тюбиком станем невидимыми и проберемся внутрь дома скибиди девушек и будем подсматривать и подслушивать, чем они там занимаются, да, Тюбик? Да! Стой, обязательно подпишись на канал и поставь лайк, а если напишешь комментарий, то получишь сердечко под ним. Погнали, становись невидимым и давай вылетай отсюда с под мостика. Значит, их дом находится вот здесь вот, Где ихний дом? Давай меня, видишь? Да, сюда, я тебя вижу. Вот это вот Ой, блин, она на балконе там стоит, камеравумен. О, я увидел ее, ого! Она тебя чуть не спалила. Ну это да. Пошли к ним в дом, сейчас зайдем с какой-нибудь стороны. Так, опа, я вот так вот сюда прохожу. Все, я зашел, я в доме. Ну-ка. Нормально. А где TV-Woman ты увидел? TV-Woman на улице, да, я слежу за ними, смотри, они тут стоят, что-то. А, я понял. Караулят. Так, давай сейчас будем, короче... Что ты там делаешь наверху? О, я тут дышу воздухом, а ты знаешь что? Что? Я как-то узнала по новостям, что енот влюбился в тебя, представляешь? Да это вранье, Тюбик. Енот влюбился в меня. Согласен. Это неправда. Это правда. Так, слышишь, я сейчас, короче, буду это... Ладно, енот, я уже не себе. Очень приятно, конечно, что енот влюбился в меня. Я все равно верю в то, что он влюбится потом в меня. Что-то со мной происходит. И со мной что-то происходит. Чё ты их шокером бьёшь? Да, я их шокером бил! Да, так, надо, короче, им что-то это... Что-то непонятное происходит. Чё ты? Опа, надо слышишь, что ли? Какая влюблённость? Я не влюблён ни в какую, блин, TV-Woman. Это чё? Да, блин, это вранье. Интересно, а он придет сказать, что влюблен в меня? Или что даже любит меня? Он готовит какой-то сюрприз для тебя. Да нет, это вообще... Это правда или нет? Да нет, ты че, какая правда, блин? Слышишь, это вранье все. Смотри, они тут что-то делают. Ай-ай-ай. Что происходит? Что происходит? Смотри, слышишь, я накидал туда. Я просто убираться в доме. Так, нормально. Я сейчас мы будем. Здесь. Слышишь, если они. А это что за сплетни такие? Это вранье, блин. Ты точно ничего не готовишь, да? Да я не готовлю и ничего. Смотри, не влюблен я ни в кого, блин. Это вранье. Что-то тут происходит в доме. А какой смысл врать между друг другом? Откуда я знаю? Это же девочки, блин. Они постоянно такое. Здесь сплетничает тут. Так, этого давай не сейчас было. Возьмем что вот эту это? Штуку. Опа. Что там? Бери, вот а я вот пока делаю. За ними здесь слежу. Здесь то же самое, что и было. Давай, я тоже здесь как бы слежу. Так быстро появился. Кошмар. Я не, не я, знаю. Короче, мне не нравится, блин, что они такое рассказывают. Смотри, тут? А это какой-то ёжик. Смотри, что это? Эй, что это? Ёжика разорвало. Это была мина. Я смотрю, ты еще одну мину поставил. Так, ты меня тут уже застроил. Эй, ладно, сейчас я выберусь это? Отсюда. Опа. Смотри, они тут стоят. Я им тут перестановочку сделал. Нормально. Ничего себе. Так, она прямо на двух минах стоит, но они не сдетонировали. Ладно. Теперь сдетонировала. Тут дверь открывается. Еще одна. Так, давай. Надо их проучить, чтобы они не врали больше. Вот эту всякую фигню сплетни не рассказывали. А что здесь? Все, хорош. Давай тут не закидывай все. Ее уже, камеравумен говорит, что я контузила, блин, от этого взрыва. Я не понимаю, что тут происходит. Так, они тут что-то делают. Вешают картины. Смотри. Как ее перевесить? Не знаю, вот так. Вообще без картины будет. Смотри. Ладно. Я еще не закончил. Это еще не все. Так. Они что, тут перестановку задели? Не знаю, может быть. Правда, что ты втихаря ходила на свидание с енотом? Чего? А ну подожди, не ходил я ни на какие свидания. Она врет. Да я это узнала. Она врет. Или нет? Это вранье полное. Они вообще что ли? Что? Ребята, я не ходил ни на какие свидания. Снилось? Вот может быть это приснилось реально.
но может быть все-таки это правда. Так, что ты пытаешься поджечь? Да, я не могу там поджечь. Ладно, я между ними вою поставил. Ничего себе, интересно. Подожди, я потушу. Ты туда же поставил. Да! Что? Давай прожигай заново. Ай, тут что-то загорелось. Это же горят, смотри, смотри, смотри. Горят, горят. Я тоже надеюсь, что ему пойдет со мной на свидание. Да какое свидание? Что там, Еночек, пойдешь? Вот она, я жду этого. Ё-моё, не пойду ни на какие свидания. Я не ходил, и не буду, и не собираюсь. Это точно? Вообще что ли? Ладно, да! Что ты что там? Слышь, ты сейчас тоже будешь гореть. Что ты сомневаешься, да ладно, во мне, ты что ли, а? Ну я не сомневаюсь, просто они как-то. Где они, слышишь? Это все рассказывают. Куда? Я вижу только камера вумен. Где TV Woman? Камера вумен на втором этаже, типа? А TV Woman вроде была на первом. Так, сейчас ага, посмотрю. Вот она стоит здесь, а смотри. А вот TV Woman, да, на первом, смотри, бегает тут что-то. Кажется, здесь вот что-то не то. Так, ладно, да, мы сейчас вот пошла. Так вот сделаем. Ай, опа. Это в капкан. Это ты где, что ли? О, нет, это не я. Свидание мне взнешь. Это не я, правда. Так. А кто еще? Я не знаю, у меня не было один, как я, капканов. Капец, они тут разорались, ё-моё, что такое? У меня не было никаких капканов. По-моему, камера вумен больше всех сплетничает. Давай ее проучим. Проучим? Это жена рассказывала, что пошла с тобой на свидание. Давай да? Я, короче, давай, я не знаю, как мы ее проучим. Это все очень а странно. А мы же ее запустим в космос? В космос? Странно, да. Ну да. А ты умеешь космос что-то запускать? Я не умею. Открылась какой-то сквозняк. О, не дверь знаю. Открылась, сейчас, подожди. Так, сейчас посмотрим. Ты профессионал, никакого ты сквозняка быть не нет, я не смогу это сделать сейчас. Новость в интернете. Надо что-то придумать. Надо. Сейчас, смотри, они здесь, короче, в комнате дальней. Да видишь? Ты вумен, ты что, заглючилась? Я, нет, не она зависла, походу. Что такое? Да. Новость новая в интернете. Вот какая? Я читаю. У енота есть коллекция фотографий. Какая? Вумен, что? И он каждый вечер. Они в лаве стоят и вообще стерло, смотри. Пересматривает их. Я горю. И я горю. Я не какая коллекция? Коллекция? Какая коллекция фотографий? Нет у меня никакой коллекции фотографий. Откуда у него твои фотографии? Смотри мне. Но я же все-таки камера вумен. И что дальше? Вот с тобой что-то происходит, камера вумен. Я поставлю мину. Я тут вообще шокером тотально работаю. Я тогда не пойму, почему он пересматривает мои фотографии, а влюблен в тебя. Сейчас если я ей устрою. Если бы я это знала, я бы ответила тебе на они это. Они вообще тут что ли обалдели? Смотри. Так, не они надо, прям сюда подошли страшные. Уже. Эй, ой, блин. Что это такое, что здесь взрывается? Разорвалась. Так, сейчас. Сейчас я что-нибудь приду. Я предлагаю эту ширму сломать. Я вот так сейчас сделаю. Лавы больше здесь нету, кажется. Она вывалилась, смотри. Ты знаешь, что забыл? Ты забыл мину поставить, она, это было бы эпично. Так, вот еще одна. Давай еще возьмем вот эту штуку. Я завожу потолок, откуда там взялась эта дырка. На двор, с тобой происходит какая-то фигня. Почему это они, со мной смотри, может смотри, быть? С тобой происходит какая-то фигня. Они что-то заподозрили или что? И узнаем. Так что мы узнаем, ага. С кем это вот все происходит? Вот здесь опять какие-то, что это, шипы? Зачем? А у нас горит дом, здесь много дыма. И что это, по-твоему, я сделала? А, это да, это я поджег. Кто-то подпалил. Кто-то только что обронил гранату. Да, я волонтер, блин, это все им за их сплетни, ё-моё. Да. Эй, мне как-то плохо. Так, я попал этой темой. Опа. Ой, чё-то давай, сейчас ещё. Проверю улицу. Слишком много дыма, почему здесь так дымно? Дымно, говорит, тут что-то взрывается. Но! Здесь что-то взрывается. Полетайте. Так, они, смотри, куда-то побежали. Они, походу, с дома выходят сейчас? Идут на задний двор или чё? Ну-ка. А куда здесь дым? А они... А где камера вумен? Подожди. Вот она, она за домом бегает. О, я вижу. За домом. TV вумен. Так, я слышу. Я возле каждой двери положу мину, чтобы слушай, они... сейчас будет, чё? Короче, весело. Готов? Да, поехали. Давай. Опа. Чё?
Какая ты злая собака у нас во дворе. Смотри, моя собака. Смотри. Да, с красными глазами. Я вижу ее. На камеру вумен напал волк. Вижу. Да. Вот надевай. Получай. Чё там? Смотри. Он застрял в капкане. Чё, блин? Он в капканах застрял. Это ты капканы поставил? Нет. Тут еще один. Так. Вот еще один. Атака волков теперь идет. Куча бродячих собак. Помогите, я, пожалуй, укроюсь в доме. Это все за то, что они сплетничают. Вот так вот. Так, они заходят, смотри, опа. Вперед! Где эти волки? Псы, вперед! Выломали двери. Они открывают дверь. Так, а если... Так, сейчас мы сделаем. Опа, 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 тихо. Коротят провода. Не понимаю, что происходит. Да, они тут везде забежали. По-моему, камера вумен не посмотрела. Кто меня бьет, я не понимаю. Так, смотри, слушай, они могут решить тоже выйти из дома. О, тут вообще взорвалось все. Я, пожалуй, тут все заложу и буду прятаться в своей комнате. Кстати, камера вумен... Знаешь, давай бей ее. Да не, тут волк работает. Знаешь, что енот дома дал имя своей плазме и теперь называет ее TV Woman? Чё? Чё? Я серьезно. Это вообще вранье. Это ультра вранье. Это правда. Это фейки. Нет, это не фейки, это правда. Это фейки. Я не хочу в это верить. Я говорю честно, о нет. Где я? И еще сверху. Да нет, надо было не те блоки кидать, смотри, вот так вот. Оп. Да все, закрывай. Сейчас спалишься, закрывай. Больше не видно, но дом почему-то. Так, пошли, камера вумен вышла. А еще нет двери. Вумен появилась здесь. Где-то пропала наша входная дверь. Волк, ты мне наврала. Я не видел никаких волков. Она в доме, на первом этаже, вышла на улицу. Они вместе, смотри. Капец. Я не называл свою плазму, блин, TV Woman. Это что за фигня вообще? Не это знаю. Это вот уже перебор, по-моему. Надо узнать у тебя. Да я такого ничего не делал, блин. Нет, подожди, у меня есть стекло. Слушай, это капец. Это хорошо. Да ты блоком палишься сильно. Да убирай. Я был сверху. Почему они тут видели? Опять да все видно блок там было. Не знаю, сейчас поставлю этот на место. Тут надо сделать по-другому все, понял? Так. Я уже так понимаю, вот что ты опа хочешь. Оп. Команды, значит. Что это? У тебя есть че... Где все блоки? Мы не можем пройти. Здесь какие-то невидимые блоки. Пусти нас в дом. Нормально. Эй, вода. Я знаю, как пройти через другую дверь. Заходим. Все, они, смотри, в гараж зашли. Эй, вода, кажется, уходит. О. Так. Ну-ка, а тебя, ну-ка. Теперь вода, здесь можно зайти. Что это? Так, сейчас мы что-то тут сделаем о еще. Лаву говоришь? Ну да. У нас новый пост в интернете. Давай. Какой пост, рассказывай. Енот строит планы уезжать на слова со спикервумен. Чё? Это кто пост такой выложил? Никуда я ни на какие острова не еду. Эй, какого чёрта? Ай-яй-яй. Это чё вообще такое? Что тут происходит? Это как такое... они смели? Енот, это вообще вранье. Будут уезжать на это острова. Вранье, я ни с кем. Я да я быстрее с Тюбиком или с Тюбиком поеду на острова, блин. Какая спикервумен противная. Они я вообще что ли? Отпуск, это... Я им устрою отпуск. Это, короче, сплетни тотальные. Не. Слушай, мы не зря тут пришли подслушивать, это подглядывать. Точно. Я, короче, пойдет на это две крысы, камера вумен и TV вумен. Я запомнил. Я все да, запомнил. Она больше не будет петь, а енот будет мой. Офигеть. Нет, он будет мой. Они серьезно ну, меня хорошо, делят? Он меня будет даже наш. Не спрашивай у меня. Нет, он не будет нас, он будет это... мой. Нет, это... он будет мой. Ну ладно, сейчас я тут. Я вызываю ширину на паутинку. Смотри. Здесь паутина. Они драться собрались, слышишь?
Господи, зачем ты это делаешь? Смотри, что творят, а? У нас так грязно в доме, что выросла паутина. Так, мы сейчас вот так сделаем. Откуда взялась эта паутина? Открылись ворота почему-то. О, смотри. Эй, снова волк. Откуда ты взялся? Дикие собаки. Они не любят собак, ты понял? Капец, да я вижу. Так, ну тогда мы тогда им добавим немного разнообразия. Вот, блин, нам так вот так вот делаем. Дом. Все, сейчас они будут, короче, заниматься. Пока, говорит. Говорит, пока, тебе Вумен. Смотри, камера Вумен убежала. Она кинула ее. Ты видел, да? Здесь еще полно волков. Мне нужна твоя помощь. Я в доме. Выходи и дерись. Сейчас он их завалит. Капец. Зомби, где волк? Я, кстати, не вижу волка. А, вон там, сзади волк. Тебе Вумен дралась с волками. Но она, походу, проиграла. Ай, все тут. А, тут гвозди были. Зомби, уходи. Смотри, он стоит, короче. Он в доме завалил камеру Вумен. Как ты меня... Офигеть. А, наверное, через окно. Да. Короче, слышишь, пускай они тут разбираются с ним, а мы сейчас, значит, пойдем. Смотри, она пытается его победить. Ну-ка. Да, я вижу, смотри. Пускай будет готово. Сегодня просто так. Готово, говорит. Еще один. Помогай мне. Но, все. Они завалили TV Woman. Офигеть. Откинулась. Я сейчас с вами все равно справлюсь. Все, пускай они здесь занимаются с этими зомби-мутантами, а мы, тюбик, пошли туда, где мы видео начинали. Так, а я уже забыл с памятью что-то. Да вот сюда беги, вот я, видишь? Мост такой здесь. Давай. Я вижу мост, давай. Давай сюда. Короче, ребята. Я тоже тут уже. Значит, это, что? Это с другой стороны? Это ты с другой стороны. Телепортируйся, давай. Значит, короче, мы сегодня следили за Камера Вумен и ТВ Вумен. Они, короче, сплетничали там вообще тотально. Это просто все вранье, все вот эти вот какие-то посты, какие-то еще истории или что там они рассказывают. Это вообще все вранье полное. Я согласен. Ничего такого не делал, то, что там в этих историях ни с кем на свидания никакие не ходили. Никого там не называл, TV Woman, и на острова тоже я ни с кем не собираюсь лететь. Это полная жесть. Если вам видос этот понравился, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну а с вами, как всегда, был я, профессионал енот, и мой друг.